45 900. Ну, чуть-чуть. А вот такой рюкзак нравится, малыши? Это самый необычный магазин в нашей жизни. Вот так мы торговались и купили чемодан. Куда отправить подарки, которые я получила вчера? Юном и вдвоем будем гулять на улице. А спасибо. Вот, мы вышли из гостиницы Hilton и посмотрим, что там Дюнхоти Бургер Кинг и точно рядом есть. Очень похож на Сеул. Юн говорит, что все равно утром надо гулять. Потому что тогда будет красивее. Бля, как в пазампум шап пацана. Кулинария. Ой, его кого 24시간 동안. Уа. 자, 밤에 알마티는 어떤가요? 알마티는 별이 안 보여. 그만큼 내 솔직하게 생각하는 공기가 그렇게 좋진 않은 것 같아. 근데 콜사이나 좀 쉽게든 보긴 했어 조금 쉽게든 멀리 보면 아, 근데 서울도 안 보이잖아 서울도 공기 안 좋은 거지 응 그치 프리비 안녕하세요 Они такие милые и добрые. Оказывается, это корейский ресторан. А, 여기서 한국 식당. Юн хочет посмотреть, что продается в корейском кофейне. Они сделали прямо как корейский стиль и продаются здесь рамьон, топоки и так далее. Корейская еда. Корейский. Еще встретилась с подписчиком. Я просто сам кореец. Да? Нет, я не хангук, я кореец. Стесняйте, я не кусаю. Парк? Как он сказал, это просто парк. Не хороший, а просто парк. Можно пройти. Просто очень интересно там с Юном вдвоем гулять. Но точно я не забыла джуз. Тут много подписчиков, очень добрые все. Мы хотим туда, но как перейти вообще? Чан. Театр. Муаузоп театр. А, 이게 그 이건가 봐. 극장 이름을 따가지고. 근데 우리 어차피 지하철 못 타잖아. 돈이 없어서. 비행기 니에도. 무이 니모진 갔다 왔잖아 밑으로. 잠깐만, 나 백텐 게 있을 수도 있어. 어, to the trains. 아, 너무 무서운데? 어, 슬리시 콤스트를 하시나. 우와. 아, 이거 너무 무서워. 무서워. 우리 저거 타면 진짜 큰. 오, хочу купить. Наверное, дети многие просят. О, это выход аттракционного парка. О, у нас тоже есть это. Хочу кататься на самокатах, но нет денег. 어디야, 여기? 여기는 맛있을까요? 맛없을까요? 여기는 슈퍼 같아. 왜냐면 커피도 팔아. 어, 그런데 나 문을 약했어. 어, 여기 화장품 가게인가? 어? 아, 유럽 제품 같아. 그래? 제가 우리한테 오는 거 같은데? 어? 자자. 어이.
Так интересно было, какая косметика здесь есть. Korean cosmetic? Корейская косметика, да? Уход для лица. Да, где? Боже, здесь корейская косметика есть. Мне так интересно. Даже отдельно есть, где только корейская косметика. А, Юрки, куда? Я люблю. Здесь есть корейская косметика, которая даже в Корее достаточно популярная. Иге. Иге танго сонде? Я эту марку видела во всем Казахстане. Наверное, это популярная косметика в Казахстане. Конечно, не прямо как наша, но все равно есть хорошая косметика. Голодная уже. Танго сонде? Так необычно было вдвоем с Юном гулять в Алма-Ате. Мы были очень голодными, поэтому мы пошли в Бургер Кинг. Ищите новое видео, пожалуйста.